Напоминаю, что в Минских договорах, в соглашениях сказано, что надо принять закон о выборах согласованный, не просто закон о выборах, а согласованный с представителями Донецка и Луганска. Ну, я не знаю, есть ли человек в этой студии, который, который уверен, что мы сможем согласовать хоть что-то. В резолюции ПАРЕ пункт 6.1.4 написано обязать Украину выполнить беспрекословно Минские соглашения. Вот. Так вот, эти эксперты, я дам, Николай, я помню, дам. Так вот, уже в этом случае соглашения прописаны так, что выполнить вот сегодня их практически невозможно. Хотя я считаю, что в Минском, в Верховную Раду, я думаю, что закон о выборах сейчас, конечно, вносить нельзя, потому что это невозможно и не нужно. А обсуждать его в Минске, концепцию его, нужно и можно, и это правильно было бы. При этом прекрасно понимаю, что согласовать мы с ними не можем сейчас ничего.